приготовить утку с яблоками на рождественский стол. Утку я вчера разморозила, намазала солью, перчиком и оставила в холодильнике. Сейчас хочу ее намазать соусом ткемали. А пока она будет стоять, займемся супом на обед. Ставим пока уточку. Это яблоки, готовленные для нее. А пока займемся супчиком на обед. Для супчика у меня подготовлена картошечка мелко нарезанная, шашлык, оставшийся в морозилке, морковочка, лучок и используем еще зеленый горошек. Будем делать в одной кастрюльке, в ней можно и пожарить, и варить, поэтому сделаем зажарку сразу и будем готовить быстрый суп. Немножко масла. Бросаем к нашему луку морковку и продолжаем почировать. Бросаем сюда мелко порезанный шашлычок. И картошку и заливаем это все на воду. Теперь накроем крышечкой и дадим ему повариться. Картошка сварилась, можно бросать горошек. И зелень, пока что корешки я нарезала вот так, укропа эти тут, они дадут аромат. Пробуем на вкус.
зеленым горошком на обед готов. Сейчас запихиваем яблоки в начинку. Чем больше запихнем, тем лучше. Потому что сами яблоки мне, например, нравятся не меньше, чем утка. Целое тоже, да? И сюда я затолкала, две шеи я прям завязала нитками. Сюда яблочко. И еще кусочек. И план максимум выполнил. Так. Теперь зашьем нашу уточку, чтобы яблоки не сгорели или не вывалились. Все, завязывает она ее утку, чтобы яблоки не вывалились. Операция прошла успешно. Все, прооперировали утку. Так. Эти штуки можно было обрезать, но я не стала, ладно. Горят, горят. Теперь еще раз помажем. Чем? Громче. Соусом с кемарой. Я, честно говоря, первый раз это делаю. Мне так кажется, что это будет. Раньше чем? Ой, раньше я смазывала китайским соусом и медом, и вариантов много было. И соевым соусом, с китайским соусом смешанным. Китайский, я имею в виду сладкий соус, он такой острый и сладкий. И она получается поэтому коричневая. И насколько в духовку? Ну, как пойдет, я думаю, 2-2,5 часа. От 2 до 3 часов. Ну, думаю, возможно, что 2 хватит. Все, ставим в духовку, а через 2 часа откроем фольгу и посмотрим. Утка на 2 часа ушла в духовку. Супчик уже готов, сейчас будем есть. Пахнет хорошо. Вот зелень еще для супчика заготавливаем. Сейчас будем в тарелки наливать и... Вот такой супец. Мне
не жалко, на стол поставить и, ну, и вкусненько. Все, первый пошел. Сейчас будем ням-ням-ням и шмык-шмык-шмык. Так, ну что, пришло время попробовать. Сколько прошло? 2 часа? Прошло ровно 2 часа. Прошло ровно 2 часа. Посмотрим, чего тут получилось. Подожди, я прикрою духовку. Муся уже готова. Ну, дымок пошел. Опа. Ух ты. Не выдержала. Нитки разошлись у пациента. Так. Все, утка готова. Ну теперь нужно добиться золотистой корочки. Вот, мы ее сейчас поставим без фольги в открытом виде, и она станет поджаристой коричневой. Да, хирурга из себя не выйдет. Шов разошелся, блин. Да. Хорошо, ей дальше бегать не надо. Уточка принимает загар, становится красивенькая. Я готовлю овощи на теплый салат из пекинской капусты и кабачка. Вот такой в китайском стиле тепленький салат. То есть или гарнир, можно сказать, овощной. Для этого еще морковка есть и лук. Где морковка? Ну, морковка почищена. Сейчас буду резать. Морковка, лук, капусточка китайская, пекинская. Ну, естественно, я буду использовать китайский соус и соевый соус. И будет очень вкусно. Китайский соевый, вот это, да? Да. Вот такой. Не, ну так. Ну, говори, что лук. Лучок. Кабачок. Смотришь, морковки мне немного погрызть. Кажется, готово. А тут тем временем делается салат теплый. И пюрешка тоже теплая будет. Пюрешка вот. А утка вот. Вот он. Этот, рождественская утка. Подожди, или этот, рождественский гусь. Или утка. Утка. Утка? Это утка рождественская. Вот так вот. Бодренькая такая. Морковка и лучок поджарились. Теперь я бросаю кабачки и пекинскую капусту. Жесткие части. Праздничный ужин, салатик теплый, картошечка теплая и это, утка тоже уже холодная будет. Вот так.
когда же все будет бросать? Когда будет бросать? Чуть позже. Не старайся? Нет. Ну вот, овощи почти готовы. Бросаем туда сладкий соус китайский чили. Он даст остроту и сладость. Не китайский, это тоже. Немножко рисового уксуса. Обычно ли на глаз, это я так представление было примерно. Просто не использовали. Запах пошел китайский. Ну так вот, просто все. Четыре ингредиента и соусы всякие. Получается китайский салат. Опа. Сейчас, если перевернешь, все видео на смарку пойдет. Смотри, получается. Получается все. Можно тебя в Китай засылать. Я на красоту смотрю. Разделка утки происходит. И Таня начала есть здесь прям. Ты зачем тут на месте ешь? Это ж, нам же может не хватить теперь. Красиво. Уже такая порезанная чуть-чуть. А яблоки кушают? Яблоки это самое вкусное. Да? Да. Ну мы правильно яблоки выбрали, Таня? Твердые, да, правильно, твердые, хорошие, да. Ну вот, финал. Удочка готова. Небольшая такая. Ну, пойдет.